понятно, что много детей в зале, много взрослых. Значит, добрые дела, дела, которые сближают людей, радуют людей. И мы сегодня продолжаем дарить подарки. Надежда Константиновна, прошу вас на сцену, потому что к вам спешат ребята, которые желают тоже получить сегодня подарки. Алтынбекова Регина, Бирюкова Каролина, Жукова Любовь, Козина Анна, Каримова Севич и Истомина Ксения. Вот такие замечательные ребята спешат к нам на сцену для того, чтобы получить подарки. А мы дружно хлопаем!